Так, только что записал обзор на произвольную программу, так что всем бегом смотреть на Boosty. Но в целом все было довольно слабо. Если кого можно отметить, то, например, Аню Моргачеву и Настю Высоцкую. Не хватает им легкости, потому что так прыжки замечательные. Но был бы ход, была бы легкость, было бы меньше тяжести, это бы смотрелось очень здорово. И в самом катании они довольно органично смотрятся, но как бы они смотрелись без тяжести. А пока получается так, что просто прыжки, потому что не хватает хода и легкости. На полный обзор на все прокаты на Boosty, так что бегом туда подписываться.